трое сыновей было у короля Севера. Но лишь один из них смог принести ему живую воду, чтобы вдохнуть в него жизнь. И обрел король волшебную силу видеть истинную суть вещей. Решил король поделиться своим даром с сыновьями. И вот уже силой этой владеют четверо. Отпустил сыновей король, и, разойдясь по трем частям мира, принесли они спокойствие и мудрость странам юга, запада и востока.